Друзья, привет! Сегодня по заказу детей я готовлю начос. Это блюдо из мексиканской кухни. Вначале я приготовлю мясо. У меня здесь 1,5 килограмма молотой говядины. Отправляю на разогретую сковороду или кастрюльку с высокими бортами. Масла я не добавляю, потому что в этом мясе очень много жира. Достаточно того, чтобы это мясо пожарилось. Какие специи мне понадобятся? Здесь я подготовила вот такой вот маленький кусочек, это имбирь. Можно и не добавлять имбирь. Я всегда добавляю к мясу имбирь и чеснок, пару зубчиков чесночка, лук. Это у меня вода, которую я буду потом в течение готовки подливать к мясу. Потом у меня вот такая вот специя для мяса, называется тако. Так, что же сюда входит? Сюда входит горький перец, кумин, паприка, орегано, чеснок, сахар, картофельный крахмал и другие пряности. Выглядит это вот так вот. Потом я буду добавлять еще немного паприки, соль, черный перец и сюда же я еще буду добавлять томатный вот такой вот соус. Вода уже почти испарилась из мяса. Вот такое вот мясо должно получиться. Оно без комочков. Почти. Теперь я сюда отправляю порезанный лук. Натерла имбирь и чесночок. И отправляю сюда. Можно этого и не делать. Просто без лука, без имбиря и чесночка готовить это мясо. Но по мне так вкуснее. И добавляю немного воды, это для того, чтобы мясо полностью у меня сварилось. Не буду рисковать. Добавляю сюда воды и готовлю мясо примерно минут 40-50. Ну и все, и пускай буду, помешивая, буду готовить дальше. Покуда мясо у меня готовится, я нарежу всю зелень. Здесь у меня 2 помидора я приготовила, вот такие вот. Потом у меня кинза. Болгарский перец, острый перец халапеньо и в некоторых я оставила семена. Дети попросили, чтобы немножко было острое. Лук. И это все мне нужно порезать на меленькие-меленькие кусочки. Потом здесь я уже порезала вот такую вот капусточку. Это на любителя. Кто хочет, потом будет добавлять отдельно. Капусточку я использовала вот такую вот, я не знаю, как ее в народе называют, может быть айсберг. Кто знает, напишите. Вода снова испарилась, добавляю еще немного воды. Примерно у меня ушел 1 стакан. И все это у меня готовится на медленном огонечке. Все, вода уже выкипела последний раз. И здесь получается немного жира. Я этот жир хочу слить, потому что сильно жирно будет. Теперь сюда добавляю томатный соус. Добавила томатный соус, теперь я буду добавлять все специи. И практически уже этот фарш будет готов. Добавляю соль по вкусу. Перец черный, все по вкусу. Добавлю паприки немного. Будет и для цвета, и для вкуса. Все полезно. И сюда же добавляю вот эту специю для мяса.
все хорошо нужно перемешать, еще минутки 3 оно прокипит, и все, мясо готово. Остается пожелать только всем приятного аппетита и всем крепкого здоровья. А с вами была Оля. И до новых встреч. Всем пока-пока.